В столичном аэропорту «Уйташ» встретили чемпиона Лиги М1 Хадиса Ибрагимова. Россиянин провел первую защиту пояса чемпиона. Поединок прошел в Казахстане, где он смог одержать уверенную победу над польским бойцом. Большое количество людей рады победе земляка, пожимают ему руку и делают фотографии на память. Напомню, что спортсмен не имеет поражений и одержал досрочную победу в первом раунде. Боец сообщил, что в скором времени может оказаться в рядах самой престижной в мире версии смешанных единоборств UFC. Да, бой просто сложился, но у меня план был провести больше 2-3 раундов, потому что так как мой соперник не проводил больше 2 раундов и очень физически сильный, и я думал, что он функционально слабый. Но так получилось, что в первом раунде после 2 минут я его выиграл. Но я доволен моим результатом, потому что без травм главное и защита произведена.